Финал вечера и финал концертной программы памяти солдата от имени композиторов Московской консерватории. Сейчас прозвучит сочинение Петра Ильича Чайковского в переложении для скрипки и камерного оркестра Игоря Лепнера из цикла «Три пьесы в память о любимых местах», сочинение 42-е. «Размышления» и «Скерцо». Исполнитель. Народная артистка России, профессор Московской консерватории Ирина Чкова и Московский камерный оркестр «Времена года». Дирижер, художественный руководитель и главный дирижер оркестра, заслуженный артист России Владислав Булахов.
Thank you.